Да, можно в корпус, можно сразу в корпус. Да, можно сдваивать. Раз, чуданс. Можно даже под вверх, влево, прямой. Раз, чуданс. Так, продолжаем вот так. Раз, два, три, чуданс. Понятно? Либо можно одиночку под руку. Чуданс. Чуданс. Понятно? Под прямой, чуданс. Под снизу. Чуданс. Давайте. Вот. Отжимай. Прямо. Да. Или вот так убрать? Нет, лучше вниз, когда как здесь есть. Что мы вот так вот все никогда не гнем. А сразу там. Здесь это станет, или получится? Ну-ка, вот, или здесь колено, или здесь колено? Нет, снаружи, потому что мы не успеем. Если убрали, то убьем сразу. Если не убрали, сразу. Ну, вообще, не убирай. Не убирай, потому что у нас вопрос, сколько здесь? Там. Скажи, проще. Да, туда. Ты, девочка, вязай, не готовься, и ты лег на каждый запах. Раз, два, три, четыре. Как если увидел, что он просто правый бьет. Значит, просто под правый став. Увидел, что он снизу, да. Увидел, что он снизу бьет. Бам, сразу. Вверх. Автомат. Мы не боюсь, что он не боится. Почему он делает два прямых, два снизу? И под них зачаю. Что с этой руки, что с этой? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять,
Туда-сюда. Туда-сюда. Не тянем, а легко. Да-да-да. Я наоборот буду под цвет. Подпрыгивай. Просто работай на бедра. Бедра. Растяжки, знаешь, заниматься. Над ноги надо было расти, лучше. Вы сейчас все равно не только джедан помните, а под прямой тоже. Сейчас делаем, там сразу прямой. Под прямой. Под кривой. Закажи.